Чувашии минимальный размер оклада педагогов увеличен в 1,5 раза. Глава республики Олег Николаев подписал соответствующее постановление. Как отметил региональный министр образования Дмитрий Захаров, такое решение обеспечит дальнейшее развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии учителя. Сегодня в системе образования Чувашии трудится более 20 тысяч педагогических работников. 7 тысяч из них в городе Чебоксары. Между тем, в столичной мэрии отмечают, чтобы поддержать молодых учителей, администрация города выплачивает по истечении 1 года работы единовременное пособие в размере 10 окладов. Также ежемесячная доплата в размере 2000 рублей положена тем педагогам, которые приступили к работе сразу после получения профессионального образования. Также коэффициент за выслугу лет в размере 0,5 к окладу до наступления стажа работы 3 года и 0,75 к окладу молодым специалистам, имеющим диплом о высшем или среднем профессиональном образовании с отличием. Еще одной мерой поддержки является заключение договоров о целевом приеме между администрацией города и учреждениями профессионального образования.